Отверстие вырезано в теплоизоляции для вентиляционного отверстия, которое у нас уже в теле бетона. Перед нами теплоизоляция с обкладкой Теклохост ПИР. Размер ее 2400 на 1200. Нанесли клей под гребенку. Это у нас уже отверстие готовое. Это уже установлено пир с отверстием. Еще у нас установлена такая же теплоизоляция с отверстием для вентиляции. Внизу мы видим западающий цоколь. Завтра будем шприцевать все стыки теплоизоляции, вставлять рондели, так как у нас здесь грибы ввинчиваемые. Они ввинчиваемы на 20 мм в тело теплоизоляции. Здесь тоже стена еще не прошприцована, но рондели уже вставлены. Итак, смотрим партию смены номер 4, Технониколь, Оджик Пир, 6220801 сделана. На Дальний Восток такая партия отправлена, и в Адлер. Многие говорят, зачем в теплом климате утеплять дома. Ребята, там утеплять их надо еще больше, чем в Подмосковье, так как там лютая жара, и чтобы стены не нагрелись. Вот она, приклеен рондель. Защищает от высолов в дальнейшем и от теплопотерь. Приклеен на клей пену.